«Быть вместе в горе и в радости». Михаил Игнатьев вручил награды супружеским парам, которые пронесли эту истину через многие годы. Секрет семейного долголетия узнавала наша съемочная группа. Настоятель храма усекновения главы Иоанна, предтечи города Алатырь, Савенкова Ирина Васильевна, псаломщик храма усекновения главы Иоанна, предтечи города Алатырь. Чита Савенковых скромничает, мол, не заслужили мы ордена родительская слава. Андрей и Ирина прожили в браке 20 лет. За это время в семье появились 8 чудесных детей. Быть одним целым – это не данность, а задача, с которой надо справиться обоим супругам, подчеркивает отец Андрей. Брак, на самом деле, это высшее учебное заведение, в котором нужно будет учиться, любить каждый день, наступая на свои какие-то, может быть, недостатки или желания учиться, жертвовать чем-то ради общего целого. Ради той семьи, которую Господь создал, а человек уже не разлучает. За последние 3 года в Чувашии заметно увеличилось количество многодетных семей. Такие понятия, как честь, долг, любовь к родине – не пустой звук для детей, выросших в атмосфере любви и понимания. 20 семейных пар получили ордена за любовь, верность и достойное воспитание детей. Вы удивительно счастливые люди. Вы вырастили прекрасных детей, сохранили и пронесли через все годы супружеской жизни бесценное богатство, любовь и душевную щедрость к близким людям. Вы удивительно богатые люди, потому что богатство семьи заключается не в финансовом капитале. Богатство семьи – это прежде всего человеческий капитал, когда каждый член семьи является ее достоянием. Укрепление семейных ценностей – это одна из главнейших задач, стоящих перед нашим народом, подчеркнул глава Чувашской республики. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.